Так. Давайте мы одну перепрыгнем. Сюда. Так, сюда мы никак не пролезем, да? Ну все. Упал ты. Дебил. Вообще. Ну он дебил, вообще пипец. Клей все. Он так останется здесь. Так. Так, если сюда запрыгну, то я никак его не сделаю. Так. Так, что там дальше? Давайте обратно. Надеюсь, мы успеем там убежать от этого. Или он опять там будет хакать. Так, сюда мы поняли, что сюда не надо прыгнуть. Прыгать. Так, бля. Фух. Так. Окей. Так, что мы делаем дальше? Там уже где-то ходит у нас. Так, мы ходим по крышам уже его. Так, там я точнее к выпаду. Если туда попрусь. А здесь что делать? Труба какая-то. Нахер мне труба. Не знаю. Блин, я не знаю, что делать. Может, если попробовать на трубу как-нибудь. Блин, пипец, я чуть не выпал. Блин, ну почему я такой кривой? Ну почему? Правда. Ну, реально какое-то управление сложное. Ах ты, Питер. Не успеешь. Не успеешь. На-на-на-на-на-на-на. О! Там соседушка за нами бежит. Так. Так. Прыгай. Фух. Все, спрятались мы от него. Дальше. А что у нас в той комнате? Давайте мы это проверим. Блин, есть! Я попал в эту комнату. В пипец какую комнату? Тут какой-то куст. Ебать ты крутой. Так, проверяем комнаты. Я не знаю, что я сделал. Но я что-то сделал. Я попал почему-то в комнату 5. Не хочу в это играть. Но хотя бы мы знаем, что это. Надеюсь, меня не респавнит обратно. Ну что за говно? Меня опять респавнило туда. Как мне теперь дальше, блин? Капец, я опять там. Блин, нахер я попёрся туда? Как теперь мне, что делать, блин? Куда переться мне? Опять попрусь сюда. Это капец, ребят. Где мой поезд? Поезд куда дели? Поезда нет. Вообще пипец. Так. Давайте мы еще раз спрыгнем. Что, я спрыгнуть уже не могу, что ли? Давай, ну! Стоп. О! Так.
Давайте на трубу. А, не-не-не, мы же были в этой комнате. Точняк. Точняк. Ёб твою мать. Так. Комната. Так. Он там открывает невидимую дверь, что ли? Так, нам бы коробочку какую-нибудь достать. Вот, например, даже эту. Потом вот туда опять заберемся. Так, надо, чтобы она у нас не выпала. Так. Нахер я это делал? Ну, конечно, я ж кривой. Даже попасть по окну не могу. Так. Так, туда я больше не попрусь. Мне нахер не надо. Так, здесь комната какая-то переделанная стала. Так, тихо. Все? А что они делают? Блин, как бы их развернуть, я не знаю, или... Я не знаю, поставить на них что-то, не знаю. На них же ничего не поставишь. Туда я не попрусь, потому что там телепорт опять этот. Сраный. О! Что это такое? Лестница какая-то? Куда она ведет? Давайте мы это проверим. Так, яблоко где? Можем взять яблоко? Видимо, нет. Торт кусок. Тортом разве можно пробить окно? Вряд ли. Можно! Но с каменный торт. Уже лежит, наверное. Год. Блин, нет! Я думал, улетит куда-нибудь в другое место. Так. Ну что ж, проверим. Хоть я и по-другому это мог сделать, ну ладно. Блин! Это же наша штука, блин! Точняк. Я тупанул что-то. Он включил камеру. Жезная Рагода Картыза. Нет слов даже, чтобы это все описать. Что, давайте? Блин, нет. Не падай, не падай, не падай. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Есть. Дальше. Так. Нам бы это перемахнуть. Так, у нас есть окно здесь. Сюда попасть как-нибудь можно? Знаете? Вряд ли, наверное, если я как-нибудь что-то сделаю, то у меня что-то получится. Но попробовать, наверное, стоит. Все-таки почему бы и нет? Не, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Вряд ли. Хотя... Не, мне не работает что-то. Или крыша такая? Или не знаю. Но мы уже
своей цели подошли. Вроде бы. Так. Что это за штука? Ну что вы мне скажите? Что она делает? Я пока что буду. Так, тихо. Тихо, я здесь не пройду. За окно, что он делает? Тихо. Может, сюда не можем? Ведь так? Можем и все. Твою мать. Почти. Опять ночь, будет все сложно. Твою мать, сука, ёб твою мать. Питер, беги. Так. Блин, ни хрена не видно. Где я? Я хз. Где я? Почему я никуда не лезу дальше? Я, походу, вообще далеко упал. Я не вижу. Сюда. Так. Побежали, значит, туда. И мы сейчас заканчиваем уже. Так, и мы заканчиваем. Так, значит, что мы делаем? Здесь, значит, нажимаем сюда. Так, сюда выходим. И здесь мы нажимаем, значит, несколько раз вот эту штуку, чтобы она у нас поехала. Но лучше бы сделать так, чтобы сделали так. Значит, мы делаем так. И, значит, смотрите, что мы делаем. Значит, мы делаем так, то, что... чтобы эта штука сделалась, чтобы она сработала, чтобы у нас этот вагон сделал так, чтобы мы пробрались на другую рельсу, которую мы не можем, которая нам недоступна. Как мы знаем уже, этот вагон, которым мы пользовались, он все-таки как-то проламывает доски. И мы можем проломать доски. Продолжаем делать. Получится. Так. Все у нас получится, ребят. Если так думать. Так. Все, вроде куда-то оно у нас должно было уехать. Так, мы должны здесь сделать. Так, значит, что мы делаем? Так. Я не знаю, как это работает. Давайте проверим, что у нас изменилось. Эта штука-то уехала у нас. Далеко. Ёпта мать, она ездит. Она проломала все. Она просто четко все проломала ночью. Ахуй. Это реально круто. Так. Супер, она у нас что-то проломала. Где мы? Куда мы попали? Так. Стоп, П. А может в тебя войти? Нет? Ну ладно. Бежать дальше. Все у нас работает, ребят. Прекрасно у нас все работает. Стоп. Нам бы сюда? Но я не хочу. Так, куда мы едем теперь? Это наша, видать. Это наша станция. Блин, ни хрена не видно, ребят, честно. Давайте еще сделаем вот так вот. Помните, мы здесь прыгали как-то? Ой, не здесь. Так. А я забыл, где я прыгал. Так. Блин, я забыл, где я прыгал. В общем, была какая-то такая штука, на которую можно было бы прыгать. Ну, ночью я не знаю, как здесь сделать. Там есть какая-то дверь. Я не знаю, как до нее долезть. Стоять. Блин, как туда войти-то, я не понимаю.
Я не знаю. Там какая дверь есть? Я не знаю. А, коробка. Да та же эта штука. Так. Запрыгиваем на нее. И мы спокойно долазим до двери. Тихо-тихо-тихо. Лена. Сразу видим здесь какую-то дырку. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать теперь? У нас нет кнопочки. Вернуться домой. Разрабы, вы что сделали? А, нет, что-то работает. Я все-таки как-то могу выбраться отсюда сам. Или это тоже глюк, который у нас и был. Кое с чем другим. Вроде дверь-то открывается. Войти-то в нее как? Там-то мы не можем пройти. В смысле? Хрен его знает, короче, ладно. А что такое рестарт? Хз, честно. Так. Надеюсь, у нас ничего не изменилось. Ах ты, сука, ты там уже был, бля, пидор. Давайте отключим камеру тогда. Ну ладно, пока он там бегает. Сколько камер ты у тебя поставил? А смысл, я здесь не бегаю. Да и ты не полезешь. Ты что, дурак, что ли? Полезет, ну куда-то полезет. Миллион раз будет лазить. Это я могу, а ты не можешь. Так. Вроде посветлее стало. Вроде здесь будет понятнее. Так, мы были здесь. Там запрыгнули. Может сначала попробовать открыть дверь? А потом туда уже залезть. Или как-то я не знаю. О. Открыв. Кажется, все норм. Во! Какая-то еще комната. Ага, открылась. Так. Блин! Как в тебя залезть-то? Так, этого хватит тоже. Так, у нас есть какая-то штука такая. Тоже закрытая. Там еще какая-то штука. Зеленая, что ли? Лампочка. Лампочка. Наверное, это все-таки как-то связано все дело. А смысл как мне? Мы дальше вернемся. Ладно. У нас есть лампочка. Видимо, разработчик знал то, что мы все-таки как-то что-то будем делать и как-то будем лазить. Интересно, у нас Седушка пробивает еще двери. Мы этой. Блин, где она? Его знает. А, вот она. Ну, лучше бы ей не прибивать ничего. Не советую, ребят, я пробивать эту штуку, потому что я не знаю, для чего она нужна. Очень прикол. Я не знаю, для чего она нужна. Эта лампочка. Что мне с ней делать? Давайте рестартнем опять. Все. О, он прыгать стал где-то, смотрите. Так. Мы сейчас закончим уже? Так. Значит. Где он у нас прыгает-то? Седушка. Где-то у нас прыгает он. Тут должен где-то прыгать. Я не знаю, где он прыгает. Где-то прыгает, а я понять не могу где. Но главное, мы нашли какую-то комнату. Где внизу. И хер знает, где мы даже находимся. Я не понимаю. Так. Думаем дальше. Где? Ладно, рестартнем давайте еще раз. И давайте еще раз. Так. А, вот. Оно у нас есть, осталось.
Я не знаю зачем, но давайте попробуем с ней что-нибудь сотворить. Так, соседушку. А смысл? Это моя земля, смысл. Эй, сосед. Ёб твою мать. Давай, давай, еще, еще. Все? Давайте попробуем последнее то, что мы сегодня сделаем. Последнее на сегодня, наверное, на сегодняшнее видео, это давайте попробуем как-нибудь эту лампочку, не знаю, зачем она нужна, но давайте мы ее попробуем как-нибудь что-нибудь вставить. Так, эта херня работает. И это хорошо, потому что она работает. Так, значит, чё? Вот, блин! Так, все. Значит, осталось вот чё. Значит, мы это все делаем. Значит, дальше мы это все делаем. Выпрыгиваем из дома вообще полностью. И так. Дальше. Так. Осталось у нас совсем чуть-чуть. Потому что наш стрим, наверное, подойдет к концу. Стрим, которого вы ждали, поэтому именно по этой бете версии. Так. Ну, пока что мы давайте подумаем, что можно сделать с этой... как ее звать-то? С этой штукой, которую мы нашли. В общем, что нам с ней делать? Что нам с ней делать? Так. Мы отключили камеры. А карточку мы как получим? А! Вы хотите сказать, мы должны в холодильник что-то впихнуть? Карточку там нам как достать? Скажите мне, пожалуйста. Как нам достать карточку? Чем ее достать? Видимо, что-то такое должно быть. Так. Батарея. Двери, конечно, смотрите, они какие-то заломанные. Немножко. Так, в комнате был, телека уже нету. Я его уже унес. Еще в той версии. Так. Так. Это мне пригодится. Еще раз давайте все осмотрим. Яблоко. Этот. Так. Теперь не открывается. Она вроде не открывалась. Смотрите, сколько камер-то. Погнали. Попробуем. Получится ли? Твою мать, он слазит. Смысл? Не, не будем огорчать соседа, ладно. Он что-то охрененно слазит начал. Слишком хорошо. Так, как эта штука у нас работает? Еще раз давайте мы проверим. Хотя, что проверить? Встали, залезли, все, пошли дальше. Как будто это такое дело прям. Так. Не допрыгнул. 100%. Не уверен. Не уверен. Не уверен. Видите? Да я еще не сдох. Вообще шикарно. Так, капканы. Ёб твою мать, блядь, сука. Ёб. Так, это мы кинем себе. Эту дверь мы вообще буду открыть уже не можем. Просто-напросто уже не открывается. Потому что там столько уже мусора, то что уже все. Будем запихивать сюда. Ладно. Что это у нас за штука и зачем она нужна?
не заметил. Он думал, у него из кармана вывалилось. Ну, у него не только клей, конечно, из кармана вываливается, но еще капканы. Но это не важно. Так. Мне кажется, это именно эта штука. Я точно не помню, зачем она нужна. Кажется, я понимаю немного, для чего она нужна. Так, здесь мы так и не разобрались, что нам с этим совсем делать. Хотя нет, я знаю. Нам нужна коробка. Любая просто коробка. Которую мы можем взять отсюда. Одна. Вот пока что одна. Нужна. Так, погнали дальше. Оба-на! Не допрыгнул. А, допрыгнул. Ну ладно, пофиг. Сейчас еще раз попробую. Нет, не допрыгнул. Еще раз. Ну почему я не допрыгиваю? Оба-на! Ну! Да, есть. Так, давайте еще раз подумаем, что здесь можно сделать. Так. Почему она слетает-то оттуда, я не понимаю. Оба-на! Почему я не долетаю-то? Возможно, там вот эта вот штука, которая вот проигрыватель, он нам... Почти! Точнее, как почти? Да, почти. Супермен не сработал. Ладно. Еще раз. Нет. Здесь вот сюда-то не попрется у нас. Сержка. Он все же слазит. Мастер по лазению. Давай! Ну! Ну! Да. Так. Тихо, 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 тихо. Ну, сука, блин. О, на коробке тоже можно летать. Не знал. Так, подождите, а что здесь еще есть? Может, здесь что-то есть такое, чего я не видел? Возможно. Нет. Что у нас там скрывается, эта камера? Ладно, пока что не проделано, ничего, ладно. А как нам эту штуку забрать-то, блин, я не понимаю. Магнитов у нас нету. И вряд ли она будет примагничиваться. Блин, ну коробка. О. Ладно. Так. А что если просто подпрыгнуть так вот? И попробовать его достать. Почти. А будильник? Зачем он нужен? Низ! Да не очень низ. Так.
получается что-то у меня. О, что такое? Ладно, пошли отсюда. Я пока что это не понимаю. И вряд ли пойму. Раз у меня не получается, то и нахер это надо. На-на-на-на-на. Так. Теперь давайте подумаем. Что здесь можно еще сделать? Так, эту дверь мы... расфигарили, да. Там мы нашли эту штуку. Здесь что? Стопы. Такое, ну почему? Нахера мне эта лампочка нужна? Для чего? Пригодится, я думаю, для моих приключений с соседушкой. Как много капканов у меня. Теперь с соседушки. Что-то у него какой-то, правда, охотник какой-то, что ли. Соседушка наша. Так, камеры. Но я что-то не пойму, они или сломанные? Нам нужен лом. Или что-то похожее на лом. Чтобы попасть в эту комнату. Так. Так, ну ладно. Я специально все эти штуки поймаю. Выйдем, эти два капкана закинем к себе. Потому что я думаю, я для соседа тут такое устрою.
вообще на каждом шагу ему поставлю, чтобы он везде об них фигачился. Карточка нам нужна. И лом. А вот где мне их найти? Это самый главный вопрос. Так. Ботинок, коробки. Еще одни коробки. И дверка. Так. Где-то он у нас близко где-то ходит. Синий ключ мне не нужен. Ну что нафиг он мне нужен? Вот меня интересует вот эта вот штука. Что здесь может такого делать? Там вот что такое? Почему меня туда не пускает игра? Что там такого не может быть? Для чего здесь типа, поставили эту штуку? Вопрос. Что здесь такое может быть? Там же вроде ничего нет. Коробки просто. А я не знаю. Я не понимаю. Здесь была эта штука, но ее убрали. Почему? Подумайте, почему? Не промахнусь. Есть. Нет! Я живой! Охренеть. Так, я больше так делать не буду. Так, давайте думать, для чего нам нужна эта штука? Твою мать, он здесь назад. Так, давайте вспомним, где у нас был горн. Или не горн, хер его знает. Так, берем две коробки, нам их, наверное, хватит. Сука, сука, сука. О, идеально. Так, дверка мне нужна. Видите, закрыл мне дверь. Стоит там. Ходил. Ёп. Есть. Так. Думаем дальше. Тут уже нет предметов. Значит, думаем дальше. Но здесь есть коробка. Предметов еще дофига. Да. Их дофига. Но я кривой. Вот в чем причина. Блин, если я сейчас истрачу все коробки, то мне придется идти за новыми коробками. А это очень долго, а это очень долго, да. Давай! А я забыл, зачем я сюда побежал? Понять, что это за штуки. Стоп! Окно! Во! Мы вышли куда-то! Во! Есть! Тихо. Это что такое? Машинка какая-то. Видео какая-то херня. И мы, наверное, все-таки закончим этот Hello Never на сегодня. Так. Нет, сначала... пока что нет еще. Так. Кидаем эту херню. Так. И у нас остается что? Лампочка, непонятно. Так. Здесь же у нас ничего нет больше. Что-то есть, но его вроде... Ладно. Главное, мы сломали что-то. Что-то сломали, да. Так. Думаем дальше. Что здесь еще такого можно сделать? Как нам получить карточку? А это что? Тоже какая-то эта штука. Ну, это
туда вряд ли допрыгну. Да и не знаю, что там. Я же не знаю, что там. Что там такое? Возьмем тарелку, например. Так. Осторожно, осторожно, осторожно. Так, блин, а я не могу. А, могу, могу, могу. Если это сделать так, значит, смотрите. Прыгаем сюда, значит, выпрыгиваем дальше отсюда. Выпрыгиваем дальше отсюда, вот отсюда. Так, значит, выпрыгиваем отсюда. Значит, бежим сюда. Здесь открываем эту дверь. Здесь дальше в этой двери. Значит, в этой двери. Значит, мы прыгаем. Вот она, вот она, вот она. Это штука, которую мы искали вроде. Нет, это другая штука, которую мы искали. Нет, это не та комната. Мы искали комнату. Мы искали комнату с зонтиком. Мы ее не нашли. Почему? Потому что я не знаю. Потому что я не знаю, где она. Они ее удалили. Мне кажется, они ее правда удалили. Так. Потому что ее нету. Ее просто нету. Все. Ее нету. Ой, я полетел куда-то. Так. Здесь что? Херу поймешь? Может, что-то... Как-то это работает, я не знаю. Может, какой-то мостик ставится? Во, ёп! Серьезно? Давайте думать. Реально эта херня работает? Так. 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 Я пока что этого не понимаю, но эта штука работала. Включаем дальше. Так, включаем. И дальше вот так вот делаем. И сейчас мы уже закончим. Так. Так. Куда она улетела-то? Еще дальше. Так. Нет. Нет. Так. Окей, ладно. Дальше что? Значит, нам надо как-то сделать так. Ладно, окей, окей. Так. Нам надо сделать... Окей, окей. Так, окей, окей. Так, нам нужно сделать так, чтобы эта штука работала. Значит, что нам надо с этим сделать? Значит, что нам надо с этим сделать? Значит, нам надо сделать что-то. Что-то это что? Как открыть эту штуку, чтобы она до нас долетала? Кто мне расскажет? Но... Но! Просто рандомом потыкаю. Ну, я не знаю. Это как-то тупо. Вот этот вот горн, думаю, для него нужно. Или не горн. От чего-то мы должны были отключить лампочку. Вот теперь где наш этот ломик. Так. Значит, давайте думать дальше пока что. Пока я здесь. Так, ладно. Мечи. Нет. Она для чего-то мне нужна была. Давайте хотя бы три мальчика туда скинем.
потом будем уже думать, для чего они нужны. Камера. Для этого у нас есть стул. Да. Так, ладно. Так, ладно, у нас есть лом. Там на нижней комнате есть лом. Но я хз, как его брать. Честно. У нас есть машинка. Похоже, знаете, на кого на этот человек? View Game. Он похож на Виниганити из Max Payne 2. Да, в костюме вы там. Давай, ну. Через щелку прокинул. Мне это, думаю, мне это не пригодится. Здесь что? Что мы здесь уже использовали? Так. Камеры все поломаны. Надо как-то в холодильник залезть. Кстати, эту карточку. Стоп. Я же могу в нее залезть. Смысл? Я же могу в нее залезть. Значит, что мы делаем? Так. Делаем так. Вообще. Так, ладно. Так, что мы делаем? Ладно. Значит, что мы делаем? Так, он где-то здесь есть. Значит, так. Ладно, сейчас. Так, что нам надо сделать? Часы? Значит, что мы делаем? Значит, нам нужно как-то достать карточку из холодильника. Как нам это сделать? Я не знаю. А вы знаете? Газовая плита у него уже стала, прикольно. Давайте поставим чайничек. Может, что-то изменится? Может, а может не изменится, я не знаю. Проверим. Да! Похоже, это работает. Ну-ка. Да! Так. А интересно, если баночку поставить? Банка вряд ли. Все это дело. Ну, сковородка вряд ли греется, наверное. Мне кажется, она ничего не делает. Так. Ну что ж, пошли. Так, в каком у нас... Блин, он закрыл! Ах ты гадина, ах ты гадина. Закрыл меня. Не знаю, нафига она мне нужна, но я пока что ее оставлю здесь. Возможно, она мне пригодится. Боже, в чем-то. Какая-то. О, поймал меня, поймал! Страшные морды, усатые морды. Так.
что туда полез? Ты что? Чем туда полез? Если я-то здесь. Ну, видимо, по сюжету. Давай, давай, давай. Опа. Так. Нам надо его как-то остудить, мне кажется. Так. Так, он у нас куда-то упрыгал туда. Так. Тихо. Так. Так, ладно. Где? Блин, я не знаю. Надо как-то его закинуть в окно. Блин, да где она теперь? Надо было бы это все примагничить, ну ладно. Примагнитить. Ну что нам делать с этим ломом теперь? Он просто пипец какой раскаленный. И как, что с ним делать, я не знаю. Мне кажется, ему просто надо было примагнитить. Чтобы он был примагничен. Отсюда выйти-то, я не понимаю. О. Так. Так, почти. Ах ты, гадина, 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 гадина. Прибежал сюда ко мне. Так. Давайте думать дальше. Давайте думать. Так. Тихо. 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 Ой-о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 й
Самое такое обидное время. И мы дальше идем. Опять туда! Опять туда мы идем! Опять туда мы идем! Опять туда! Так. Блин! Она из этой комнаты прям не хочет выходить. Почти мы добрались до нашей. Запалил меня, запалил, молодец, капец. Я не знаю, для чего это надо. Я не знаю, как достать карточку.
вдумайся. Да. Вот так тебе. Уходи. Да, я уже хотел такой момент сделать. Он такой смотрит. Опа. А меня-то нету. Кто-то уже куда-то на улицу выбежал. Пойми как, но поймал. Правда, не знаю, зачем это я делаю, потому что я не знаю, как это вообще сделать так, чтобы он был нормальным. Если чайник он сразу делается, то это вообще капец. Вода. Мне кажется, я знаю. Ну куда ты попёр опять? То что? Опять мы остановились на том, от чего пришли. Он обратно, как будто какая-то лестница, блин, возвращается. Так, давай. Так. Еще. Стой, 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 стой. Куда ты полез опять? Нам осталось только вот дело. Вот достать эту штуку, да, эту штуку. Итак. Ну, он через окно выпрыгнул, сразу меня поймал. Блин. Как так? Сейчас я в него кину. Все будет, наверное. Так. Значит, что мы делаем? Так. Давай же. Есть какой-то прогресс. Стой, 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 стой. Стой. А, не, хотя он сам идет уже. Стой. Стой, 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 стой. Ломик куда пошел? Я не знаю, зачем я его до туда пру. До этой двери. Но, видимо, зачем-то я сюда его пру. Вот в чем прикол. Я не знаю, зачем я его пру, но я его пру. Он опять туда приперся, блин, ну как так? Нет, не ночь еще. Тут, видимо, по рандому. Давай, давай, беги. Пробежишь, я уже на своей половине. Так, тихо, тихо, идем, идем. Ой-ой-ой-ой-ой, он меня слышал. Сейчас через окно выпрыгнет. Или куда он там попер? Где он есть? Куда он побежал-то? Откуда взялся-то? Откуда ты взялся? Не пойми, откуда взялся.
посмотрим, куда попрется. Так, он стоит сейчас здесь. Значит, как он меня поймал-то? Опа-на! Все, нет меня. Видимо, это только ночью надо приходить сюда. Ладно, приду. Приду обязательно. Так, то есть мне надо идти опять сюда и бежать сюда. Надо тактику применить. Деревья! Так, теперь опять бежим туда. Вот, уже ночь. Сюда бежим, сюда. Бежим там, где наш поезд стоит. Вагон, извиняюсь. Так, бежим дальше, бежим дальше, бежим дальше. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Опа. Так, бежим дальше. Открываем эту дверь. Теперь нам надо солнце. Значит, бежим сюда. Сюда стул. Должно хватить. Я хз, если честно. Можно рестартом, но как-то, я не знаю, мне лень нажимать на рестарт. Как-то он неправильно поставил, то есть я могу пробегать. Так, уже, наверное, день. Мне кажется, уже.
спокойно здесь пробегаем. Ай-яй, чё, не упал? Думал, сейчас упаду, но не упал. Дальше бежим. Надеюсь, я все правильно делаю. Зонтиком вроде. Только здесь зонтика уже нет. Так, дверь осталась открытая. Сюда спокойно проходим. Тихо. А смысл? День же. Солнышко. Идеально. Надеюсь, сейчас будет день уже. Надеюсь, вот это вот день. Если честно, я хз, что такое день в игре в этой. Но мне казалось, утро это был день. Уже точно солнце. Но мы проверим сейчас и этот способ. Этим способом. Так, опять бежим. Последнее, наверное, то, что мы сегодня сделаем. И, наверное, уже пора заканчивать, потому что я уже играю дофигища времени. Я снимаю уже третью часть за сегодня. Так, и вот, мы входим в эту комнату. Так, это мы оставляем здесь. Это тоже мы оставляем здесь. Блин! Так, сюда ставим стул. И! Есть! Мы вошли в эту комнату, которая с солнцем. Так, ну, значит, что делаем? Вот! Мы открываем какую-то дополнительную комнату. И открываем вот этот вот. Ну, короче, эту штуку. Так, у нас есть комната. Здесь какой-то медведь. Охренеть, медведь. Гитара есть? Наша гитара. Нафига нам наша гитара? Странная комната, в которой есть медведь. Шкура, точнее, от медведя. Но зато у нас теперь есть наша гитара. А теперь самый главный вопрос, зачем нам гитара? Да, все так и есть. Опять кто-то там сидит. Эй, ты кто? Зачем нам гитара, я не понимаю только этого. Я многое понимаю, но... Вот зачем гитара, это вот я этого понять вообще не могу. Так, здесь ничего. То есть мы открывали как бы, я не знаю даже что и зачем. Все? Вот это и есть комната, в которую мы прыгали, в нее. И вот, все, наверное. То есть мы как-то попытались все-таки это все открыть. У нас есть какой-то еще проигрыватель, я не знаю зачем, но я думаю, для чего-то он будет нужен. Ну что ж, на этом, наверное, часть наша закончится. Давайте я пробегу до сюда. Прыгну на дерево. Нет, деревья прозрачные, да. И давайте в свой дом закину эту гитару, потому что гитары у нас не было никогда. Во, у нас есть наша гитара теперь. То есть, по идее, мы в доме притащили кепку, это все, то есть у нас есть. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!